Дорогие друзья, сегодня купил корм для снапика и для попугая тоже. Это для Алекса, но Алекс живет у нашего зятя. Алекс, Александрийский попугай. Это для него. Вот. Это положим в сторонку. И тут корм Сибау от Фармина. Неплохой корм, не дешевый корм, друзья. Вот так. 2,5 килограмма. Так, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такой корм, продается такой корм или нет. Корм супер премиум качества. Сейчас открою пакет, друзья. Зипа нету. Экран вот такие. Пахнет рыбой. Первый такой аромат, пахнет лососем. Потом посмотрим, из чего. На русском не нашел. Пока что вот, тут написано и на русском. Так, мясо курицы 36%, дегидрированное, рис 25%, кукуруза 15%, куриный жир 14%, дегидрированная рыба, пульпа, сахарность свеклы 3%, рыбий жир 3%, растительное масло 1% и так далее, друзья. Посмотрим, как оценит наш снапик. И вы тоже пишите, пожалуйста, в комментарии, если вы кормили таким кормом, что и как. Итальянская формула. Итак, друзья, сейчас позову снапика. Снап. Ну как тебе снапик? Кажется, ему нравится, друзья. Все, хватит.